Рано утром один российский сайт опубликовал у себя страшную новость. Об этом пока никто не знает, но скоро об этом узнает вся страна. Эта новость разлетается по всему интернету. Согласно статье, которая опубликована на этом сайте, говорится о том, что несколько дней назад стало известно о том, что российский певец шансона Михаил Шуфутинский сделал ужасные заявления об окончании своей карьеры. Это связано с тем, что певец серьезно болен. Какой именно болезнью, пока не сообщается, так как это врачебная тайна. Является ли данная новость достоверной, либо это очередной фейк, друзья, мы тоже хотим об этом узнать. Мы проверим всю информацию и об этом расскажем вам на нашем канале. Поэтому подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями, ведь только для вас на нашем канале выходят каждое утро интересные выпуски и шоу «Бизнеса России». Будьте всегда с нами, друзья. До скорой встречи на нашем канале.